Я снимаю, нахуй! Здорово, ребята! Сегодня 31 октября. И сегодня, многие скажут, Хэллоуин. Ну нифига, есть более важный праздник, день автомобилиста. Поэтому выдвигаюсь курьерки в гараж. Мы сейчас, наверное, сделаем замеры сиротки. Все-таки, наконец-таки. Но это не точно. И потом будем жарить шашлычки. Опа! Выдвинулись, у нас, в принципе, две машины, вот там сзади дынчик с шариком едет. И это значит, что шанс, что у кого-то что-то отрывет, вдвойне больше. На позитиве. И вот, машина за дровами. Я распаривать мангал. Так, ребятки, короче, мангальные движения на сегодня уже закончены. Чисто на трезвых движениях мангальных мы сегодня были. И сейчас я вот уже поставил свою машину домой. И вот я нашел грязную шаловку. И я сейчас поеду покрасить. Слишком сложный замут, вам не понять. Но сегодня надо просто на двух машинах было ехать. А есть возможность ехать на одной. Потому что завтра мне тогда придется брать другую. Короче, не заморачивайтесь. Едем завтра в деревню. Короче, шаловка явно была на каком-то оффроде. Вся в песке, вся в пыли. Жестко. Но, кстати, из-за такой вот фигни проблемно порой видеть повреждения. То есть здесь вот, допустим, повреждения все отмечены вот этими картошечками, но даже их найти порой было проблемно. Так что грязная машина – это нехорошо для потенциального клиента. Короче, на вкус аромат, но мне каршек прям по душе. Короче, приехал, оставил каршеринг, точнее, свою машину в самом благополучном районе Минска, Шабаны. Все, приехал, вроде тачка стоит на месте, колесики тоже на месте, все окей, всем привет из Шабанов. И иду забирать Ибицу, ого, у меня тут немножко погончиков. И выдвигаемся, наверное, даже за ништячком, точнее, за губой, которая мне приехала с Китая. Так, ребята, я уже, собственно, забрал все, и quick unboxing. Оба. Оп, отлично, губа универсальная на передний бампер. Даже самурай наклейку дали, все. Кайф. Куда пойдет? Сейчас рассказываю. Пойдет она на бэшку, потому что на бэшку у меня в планах купить большую злую губу, самую, наверное, крутую, что существует на BMW. Но ставить ее на зиму я не хочу, потому что она слишком такая длинная и зимой, ну, не вариант. А резиновая прям вот идеально. То есть, чтобы сначала, если что-то зацепил где-то губой, а потом уже бампером. То есть, целью защиты своего красивого бамперочка. Все, на днях установлю. Ну, а как оно будет смотреться, вы все знаете, будет супер смотреться, поэтому кайф. Здорово, ребятки, новый день, не факт, что новая серия, да и пофиг вообще. Короче, приехал на Лещинского, нужно подготовить бэшку к большому ТО, поэтому маслица я уже купил. Сейчас надо купить масляный фильтр, чуть позже еще куплю, как денежек заработаю, топливный фильтр. Надо еще термостат купить, короче, подготавливаем бэшку к зиме. И сразу, не выходя из тачки, продолжаем наше включение, купил фильтрон, масляный фильтр. Еще с комментатора активизируются все, кто хоть раз ставил фильтрон и все было хорошо, напишут «отличный выбор», а все, кто хоть раз ставил и хоть раз не повезло, напишут «фу, говно, брал, фу-фу-фу» и так далее. Я обожаю просто эти вот вещи, когда все врубают экспертов. Короче, что посоветовали, то и взял. Взял на цокольном этаже у ребят, которые занимаются вагодрочем, Seat, Audi, Volkswagen, Porsche. BMW для них тоже дружественная семья, поэтому они мне также помогли с фильтром на BMW. Короче, ребят, ситуация интересная. Следующая. Бесси первый раз решила показать себе, мне точнее, что такое BMW. Короче, приехал я на грин. Сходил в магазин, вернулся с магаза, сажусь. Тачка крутится, но не запускается. Ну, стартер крутит, но не запускает. Вроде бы насос пашет. Короче, пошел я за ключами, потому что гаечного ключа у меня здесь нет. Попробую скинуть крему. Что за подстава? Десятка есть. Двенашка есть, 14 есть, а 13, спасибо. О, благо нашелся человек и дал мне 13 ключик, я пока скинул кремку. Стоим, ждем, может быть прокатит. Набрал Смольному Сашке, он говорит, ну, типа, наверное, топливо. Я говорю, вроде качает насос, он говорит, попробуй скинуть крему, покури. Ждем.
Короче, снятие клеммы ни к чему не привело. Подумал, может быть, иммобилайзер, который в ключике, ну, батарейка закончилась. Батарейку купил, поменял, тоже нихера не произошло. Может, топляк закончился. Поэтому сейчас идем к Каршу. Канистрочка здесь с собой. И надо, короче, хотя бы десяточку подлить. Хотя вроде было нормально, хрен его знает. Там же, сука, два бака, которые перекатывают из одного в другой. Моторчик может не работать. И хрен его знает, что делать. Короче, экспериментируем. Ну и кто у нас здесь, само собой, нас выручает? Хеловочка новенькая. Сейчас на ней прокатимся до заправки. Все, летим на заправочку. Так, ну, короче, съездил, заправил десяточку в канистру. Поставил там Карш. Интересно, что каршеринг на скале под навесом ставить нельзя. А вон там, допустим, дальше можно. То есть парковка есть, оставить нельзя. Прикольно. Там типа нет связи со спутником у них. Из-за, наверное, крыши. Так, ну что, сейчас попробуем заправиться. И может быть это к чему-то приведет. Но не факт. Ну что, подлили топливо в бак. Посмотрим, что будет сейчас. Попробую поднакатать несколько раз. Потом сниму, запускать буду. Короче, как обычно, я лошары хрен чего снял. Накатал раз 10 с первого раза. Не помню, запустилось или нет, но, короче, вот со второго точно. Все, нормально. Надо, короче, в БС я понял, если ну, из этих двух баков, если у меня уже приближается к четверти, срочно на заправку. Ну его нахер, короче, все понятно. Потому что, видите, то, что нам говорили, это вот уровень, показывает немного неправильно. Ну и вообще, я так понял, что в БС из-за того, что два бака, плюс моторчик, который перекатывает там слева вправо и справа в левый, из-за этой всей лабуды лучше кататься, ну, не меньше, чем полбака. Да так вообще, на самом деле, во всех тачках лучше ездить не меньше, чем полбака. Это прям мой вам совет. Вот, допустим, в кольце у меня была ситуация прикольная, что если у тебя 15, ну, типа, ой, одна четверть, короче, бака, что получалось примерно литров 12, при резком повороте вправо у тебя могло нафиг отливать топливо. А это, кстати, очень вредно для автомобиля. Да ладно! Поэтому всегда, когда топлива было немного, поворот у меня вправо проходил без навала. А влево можно было и навалинуть. Так, ребята, ну и коль уж у нас все хорошо, машинка запускается, едет, вот она передвигается, все с ней хорошо. Позвонил Димка, кореш мой, и говорит, поехали с нами кое-куда. И я что сейчас поеду с ними кое-куда. Вот зачем, покажу. Я поснимаю для вас кое-что интересное. Да-да-да, сезончик начинается, так сказать. Следующее, как бы на ходу вот так вот происходит. Надо срочно Карша пристегнуть с хомутами. Ха-ха-ха!